Сейчас мы научим вас готовить очень вкусный суп с сушеными водорослями и яйцом. Готовится он очень просто, и поэтому неудивительно, что он стал одним из любимых блюд китайцев. Вам понадобятся сушеные водоросли, яйца, кинза, лук, имбирь и молотый перец. Способ приготовления очень простой. Разбейте яйца, приготовьте имбирь и лук. Налейте в сковороду воды, добавьте имбирь и доведите до кипения. Затем добавьте соль, куриную приправу и молотый перец для вкуса. После добавьте водоросли, яйца и медленно перемешайте. Перед подачей на стол посыпьте суп кусочками лука. Полейте кунжутным маслом и добавьте кинзу.